Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим жаркое со свиными ребрышками. Для приготовления нам потребуется 1 кг 400 г картофеля, 700 г свиных ребрышек, 100 г моркови, 150 г лука, 150 г сладкого болгарского перца, 2 чайные ложки соли, чайная ложка куркумы, пол чайной ложки сухого чеснока, пол чайной ложки смеси перцев или черный молотый перец, 250 мл горячей воды и 3 столовые ложки подсолнечного масла. В чашу мультиварки наливаем масло. Готовим в мультиварке Red 800. Выбираем режим жарко. Ждем 4 минуты, чтобы масло успело нагреться. То есть ребрышки мы будем жарить в хорошо прогретом масле. Масло разогрелось. Отправляем обжариваться ребрышки. Ребрышки разрезала на порционные кусочки. Обычно у них с одной стороны больше жира, с другой меньше. Итак, отправляем в чашу мультиварки той стороной, где больше жира. Прошло 4 минуты. Ребрышки аккуратно переворачиваем на другую сторону. Через 2 минуты добавляем мелко порезанный лук. Морковь у меня была мелкая, я порезала кружочками. Можно порезать полукольцами, если она у вас более крупная. И сразу добавляем сладкий перец. Аккуратно все перемешиваем. Общее время жарки 11 минут. Добавляем соль, специи, куркуму, чеснок и смесь перцев. Добавляем крупнопорезанный картофель. Добавляем горячую воду. Аккуратно все перемешиваем. Сильно перемешивать не надо. Перемешивать будем готовое блюдо. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red 800 на режиме плов 45 минут. Если у вас режима плов нет, можно готовить на режиме рис-крупы также 45 минут. Время истекло. Аккуратно перемешиваем жаркое. Блюдо получилось очень вкусным и ароматным. Мясо нежное, прямо отваливается от кости. Перед подачей на стол я добавила еще свежую зелень. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!